Беларусь и Египет являются важными партнерами. У нас большие перспективы. За последнее время мы значительно продвинулись в нашем сотрудничестве. Этому способствует постоянный диалог между Минском и Каиром. У нас нет закрытых тем. Все вопросы с господином президентом обсуждаем обстоятельно и откровенно. Именно такими были и сегодняшние наши переговоры. Основное внимание мы уделили торгово-экономическим связям. Отрадно отметить, что договоренности о взаимодействии в данной сфере в целом выполняются. И белорусская, и египетская сторона прилагают для этого выполнения наших обязательств все усилия. Хорошие совместные наработки есть в промышленной, военно-технической, сельскохозяйственной, научной, гуманитарной областях. В сфере промышленной кооперации мы начинали с проектов по созданию в Египте сборочных производств. Организована сборка техники Минского автомобильного и Минского тракторного заводов. В ближайшей перспективе начнется выпуск продукции «Бобруйска», «Громаша», «Амкадора», двигателей Минского моторного завода. Убежден, что развитие промышленной кооперации полностью отвечает интересам двух государств и позволяет обеспечить выход на рынки соседних африканских стран, что для нас весьма важно. Ну, дай Бог освоить 100-миллионный рынок Египта. Из Каира вместе работаем практически на всю Северную Африку, рассматриваем варианты дальнейшего совместного продвижения по африканскому континенту. Нашими экспертами ведется поиск новых точек роста. Потенциал для прорыва есть в области инноваций, высоких технологий, науки, образования. Поэтому мы делаем ставку на продвижение высокотехнологичной продукции в Египет с последующим созданием совместных предприятий. Такой подход уже показал свою эффективность. Перспективным видится сотрудничество в сфере безопасности и информационных технологий, включая современные системы обеспечения общественной безопасности. Мы готовы поставлять в Египет новейшее медицинское оборудование, а также продовольствие.